Итак, в этом видео мы поговорим о новой Honda Civic 2020 модельного года. Почему о Honda? Потому что видео о Honda Accord стало одним из самых популярных видео на моем канале. Поэтому я вижу, что у меня в подписчиках достаточно много автомобилистов, которые понимают толк в хороших автомобилях. Именно поэтому сегодня я и хочу рассказать про Honda Civic 2020 модельного года. Автомобиль Honda Civic является одним из самых популярных. Их продано было около 26 миллионов экземпляров во всем мире. Старт продаж был в 1972 году. А что бы вы выбрали, Honda Civic, Mazda 3 или Toyota Corolla? Напишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно узнать. Экстерьер у Honda Civic такой же своеобразный, как и у Honda Accord, но достаточно интересный и отличается в толпе от других автомобилей. Вид очень грозный и спортивный. Вот только фары хотелось бы светодиодные, но устанавливается галоген в линзах, хотя и есть светодиодные дневные ходовые огни. Длина автомобиля 4 метра 66 сантиметров, ширина 1 метр 79 сантиметров, высота 1 метр 43 сантиметра, колесная база 2 метра 70 сантиметров, которая сделала автомобиль просторным в салоне. Кузов автомобиля имеет двухстороннюю гальваническую оцинковку. Это означает, что ржаветь кузов не будет как минимум 11 лет. Безопасность автомобиля на высоте, что доказывают тесты Евро NCAP, которые дали 5 звезд. Колесные диски устанавливаются на 17 дюймов. В салоне мягкий пластик используется практически везде. Также в интерьере используются вставки под металл и кожу. Мультируль регулируется по вылету и углу наклона. Панель приборов аналоговая, с дисплеем по центру для бортового компьютера. Мультимедийная система в автомобиле имеет 7-дюймовый экран с возможностью использования Apple CarPlay и Android Auto и работает с 4 динамиками акустической системы. Также доступна камера заднего вида. В автомобиле присутствует кондиционер и подогрев лобового стекла. Кресла в автомобиле очень удобные и имеют механическую регулировку. На заднем ряду за счет колесной базы места много. Из удобств есть подлокотник с подстаканниками. Багажник очень большой и имеет 525 литров. Сиденья складываются в пропорции 60 на 40. Открывается с помощью ключа и кнопки в салоне. Двигатель теперь 2-литровый атмосферник на 151 лошадиную силу и 189 ньютон-метров крутящего момента, работающий в паре с вариатором. Руль имеет электроусилитель, передняя подвеска Макферсон, а задняя многорычажка. Настройки подвески, конечно, одни из лучших в классе. Управлять автомобилем одно удовольствие. Не зря эта Honda Civic завоевывает награды как лучший автомобиль года не первый раз в разных тестах. Итак, что вы думаете по поводу данного автомобиля? Оставьте свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться данным видео в соцсетях и на своих страницах, чтобы как можно больше людей узнало о новинках автомобильного рынка.